8.00 в столице Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. И начнем с главной спортивной новости. Сборная Казахстана по футзалу обыграла команду Финляндии и одержала первую победу на чемпионате Европы, который проходит в Нидерландах. Подопечные Рикардо Кака отправили в ворота соперников 6 мячей. Финны же отличились дважды. После разгромной победы наши футзалисты набрали 4 очка и лидируют в квартете «Б». Следующий матч национальная сборная проведет 28 января против Италии. Подробный обзор игры с Финляндией мы еще покажем в нашем спортивном дайджесте. Но в Германии стали известны подробности стрельбы в университете Гейдельберга на юго-западе страны. Полиция сообщила, что огонь открыл 18-летний студент биологического факультета. По предварительным данным, молодой человек закупал оружие за границей. При нем, как отметили в правоохранительных органах, было 2 длинноствольных ружья. Кроме того, незадолго до происшествия он написал о своих намерениях в одном из мессенджеров. Сейчас следователи изучают все передвижения и контакты стрелявшего за последние несколько дней. Немецкие СМИ отмечают, что, судя по всему, у стрелявшего не было ни религиозных, ни политических мотивов. Я напомню, от рук злоумышленника погибла 1 студентка. Еще 3 человека получили ранения. Стрелок покончил жизнь самоубийством. Сильнейший снегопад накрыл значительную часть Турции. Осадки не прекращаются в Стамбуле уже несколько дней. Власти закрыли движение судов по проливу Босфор из-за плохой видимости. Приостановлено междугороднее автобусное сообщение. Нарушена работа 2 аэропортов. Отменены десятки авиарейсов. По данным спасателей, несколько сотен автомобилистов по всей стране оказались в снежном плену. Чтобы добраться до отдельных участков, экстренным службам реагирования понадобилось до 12 часов. Синоптики прогнозируют, что непогода в крупнейшем городе Турции сохранится до конца этой недели. Снежный коллапс парализовал и движение на дорогах Греции. В Афинах из-за обильных осадков более 100 автобусов и троллейбусов не вышли на линии. В городе возникли километровые пробки. Полиция призвала граждан не садиться за руль. Школьников перевели на дистанционное обучение, а в больницах перенесли прием пациентов. Снегом замело Акрополь, пляжи и другие достопримечательности в столичном регионе. Мы здесь уже 3 часа. Поначалу снега было немного. На дороге было всего около 2 сантиметров. Но со временем все стало хуже. И теперь даже не знаю, как будем выбираться. Минобороны США готовы отправить 8500 солдат в Европу. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Пентагона. Военные, со слов Джона Кирби, приведены в состояние боевой готовности, и если ситуация того потребует, то, согласно протоколам НАТО, они будут оперативно отправлены за океан. Кроме того, в Пентагоне добавили, что США пока не планируют отзывать своих военных советников и инструкторов, находящихся в Украине. Опять же, я хочу подчеркнуть, пока что было принято решение только привести силы в повышенную готовность. Решения по развертыванию отдельных миссий в настоящее время не принимались. Ситуация вокруг Украины накануне накалилась еще больше. НАТО объявило переброски войск, кораблей и авиации в Восточную Европу. Однако угрозы нападения России на Украину нет. Об этом в Брюсселе по окончании заседания Совета ЕС на уровне глав МИД заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он сообщил, что необходимость принятия мер предосторожности для граждан стран ЕС на Украине отсутствует. К такому выводу министры иностранных дел стран Евросоюза пришли после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. It was not an evacuation. Как я сказал, у меня была возможность поговорить с госсекретарем США Энтони Блинкеном до и после переговоров с Россией. Поэтому для меня сегодня ничего нового не было. Определенно, не думаю, что есть что-то, что может усилить страх за немедленную атаку. После обмена информацией, после того, как мы послушали госсекретаря Блинкена, не думаю, что есть необходимость в принятии мер предосторожности. Также стало известно, что Евросоюз окажет Украине финансовую помощь в виде 1 миллиарда 200 миллионов евро. Сегодня я объявляю новый пакет помощи Украине в форме экстренных займов и грантов.
Прежде всего, Еврокомиссия предлагает новый пакет макрофинансовой помощи, превышающий 1 миллиард евро. Он поможет Украине удовлетворить финансовые потребности из-за конфликта. Мы рассчитываем, что Совет ЕС и Европарламент как можно скорее утвердят этот пакет. Более того, скоро мы начнем работать над второй большой программой макрофинансовой помощи, чтобы поддержать усилия по модернизации страны. Как на обрушение фондового рынка в России отреагировали акции казахстанских компаний? Индекс Московской биржи обновил минимум с декабря 2020 года. Цены большинства голубых фишек упали. Выгодно ли в такой период вкладывать в них свои деньги? Об этом не только в деловом обзоре с Камилой Тастанбековой. Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку до 10,25%. Это первое решение Комитета по денежно-кредитной политике в этом году. Напомню, в декабре 2021-го, ссылаясь на замедление признаков общей инфляции и неопределенность с омикроном, Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 9,75%. Финансовый аналитик Андрей Чеботарев считает, что Центробанк пытается нивелировать риски ускорения инфляции, которые могут возникнуть во втором полугодии. Через 6 месяцев в стране истекут сроки временного регулирования цен на социально значимые товары, ГСМ и коммунальные услуги. Кроме этого, Нацбанку важно стабилизировать и спрогнозировать уровень инфляции до того, как Федеральная резервная система США повысит свою базовую ставку. Ожидается, что это произойдет уже в марте. От действий ФРС зависит не только состояние фондовых индексов, но и рост доллара как универсального защитного актива. Для Казахстана это может создать дополнительное напряжение, отмечает Чеботарев. Также повышение базовой ставки в Казахстане необходимо, чтобы сократить импорт инфляции из России, где она растет более высокими темпами. Следующая причина заключается в необходимости стабилизации роста потребительских цен. Идея в чем? Чем выше ставка, тем меньше люди тратят. Потому что с одной стороны у них дорогие кредиты, с другой стороны у них высокие проценты по депозитам. И выгоднее его сохранить, чем снять и потратить. Тем самым добиваются снижения цен. Все очень просто. Просто вот как детская игрушка, сообщающиеся механизмы. Чем меньше вот воды в системе денег, тем меньше люди покупают. Чем меньше они покупают, тем медленнее растут цены. Потому что спрос всегда влияет на рост цены. По обновленному прогнозу Центробанк ожидает дальнейшее замедление инфляции по итогам этого года до 6-6,5%. Отмечу, что в Казахстане в конце 2021 года ее годовое значение равно 8,4%. Тем временем российский рынок начал новую неделю с падения. Индекс Московской биржи вновь опустился ниже 3400 пунктов. Стоимость акций стремительно падает. К примеру, ценные бумаги ВТБ подешевели на 7%, Аэрофлота на 6%, а Газпромнефти на 3%. Участников торгов пугает геополитическое напряжение. Инвесторы обеспокоены также возможностью введения новых санкций против России в случае военных действий в Украине. На этом фоне заметно ослаб рубль. Биржевой курс доллара впервые с ноября 2020 года превысил отметку 79 рублей. Банк России решил приостановить на неопределенный срок покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Ситуация на российском рынке отражается на казахстанских голубых фишках. Накануне в цене теряли акции Каспий и Халыкбанка. Больше всех в минусе оказались ценные бумаги Казатомпрома. Они подешевели на 11% до 30 долларов. Финансовый консультант Александр Репников отмечает, что на портфеле долгосрочного инвестора с глобальным распределением активов сложившиеся обстоятельства кардинально не отразятся. Для него это временная корреляция рынка. А вот для тех, кто ждал момента войти на фондовый рынок, эта ситуация должна сыграть на руку. В этот период можно приобрести казахстанские активы по более лояльной цене.
Что касается входа на рынок, если вот хороший или плохой сейчас момент входить на рынок, то плохих моментов не бывает, я всегда об этом говорю. Единственное, входить всем капиталом я не рекомендую. Желательно войти планомерно в течение полугода или года равными долями каждый месяц. Это позволит усреднить точку входа и планомерно идти к достижению своих целей за счет фондового рынка. Это именно то, на что должен рассчитывать пассивный инвестор. Золотые слитки в качестве инструмента для инвестиций. Национальный банк в 2017 году запустил программу по продаже драгоценного металла населению через банки второго уровня и обменные пункты. С того времени казахстанцы приобрели почти 75 тысяч экземпляров разных номиналов. Самый легкий весит 5 грамм, а самый тяжелый 100. В основном мирные слитки пользуются спросом в Алматы, Нур-Султане и Атырау. В Национальном банке отмечают, что главный фактор обеспечения их ликвидности – возможность обратного выкупа слитков банками и обменными пунктами. Клиент получает выплату день в день. Золото должно быть в портфеле каждого инвестора, отмечают игроки рынка. Это защитный инструмент, но тем, кто заходит на рынок с долгосрочной перспективой, выгоднее вкладывать деньги не в физические активы, а в так называемые фонды, считает финансовый консультант Александр Репников. Население же в большей степени использует золотые слитки в качестве подарков, говорит эксперт. На этом у меня все. До встречи. Вы смотрите утренний выпуск новостей, мы в прямом эфире. Счета доверчивых граждан опустошают мошенники в Кустанайской области. Только с начала года в регионе зарегистрировано 40 киберпреступлений. Чаще всего в числе пострадавших оказываются представители старшего поколения. Меньше чем за месяц они перевели на счета злоумышленников более 8 миллионов тенге. Выгодно вложить деньги в бизнес населению предлагают на одном из популярных сайтов. По ссылке в объявлении открывается интернет-площадка, на которой нужно зарегистрироваться. А дальше требуются инвестиции, фейковые акции нефти и газа. Женщина по ссылке в объявлении прошла и зарегистрировалась, перечислив сначала 64 тысячи тенге, а затем оформила кредит на сумму 2 миллионов тенге. С ней разговаривал якобы менеджер. После получения денег связь оборвалась. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Самыми популярными остаются звонки из якобы службы безопасности банков. По этой схеме преступники регулярно опустошают счета. Отработанная схема продолжает приносить прибыль мошенникам в больших суммах. На такое предложение уже отреагировали 7 жителей области и перечислили более 5 миллионов тенге на счета неизвестных лиц. В числе обманутых оказался и наш герой. Он попросил не показывать лица и не называть фамилии. Говорит, до сих пор стыдно за первые минуты паники. А когда осознал, что это обман, было поздно. Мне представились сотрудникам службы безопасности банка. Сказали, что с моего счета пытаются снять деньги. Если я хочу сохранить средства на карте, то мне нужно открыть альтернативный счет. В этот момент не воспринимал всю информацию адекватно. Сделал все по инструкции. В итоге остался без денег. С начала года в регионе заведено 40 уголовных дел по интернет-мошенничествам. Вычислить обманщиков сложно. Часть киберпреступлений не связана с финансовыми организациями Казахстана. Мошенники работают через банки России и других иностранных государств. А это требует дополнительных запросов и международных соглашений. Наталья Строкова, Эрмек Мухамедьяров, Кустанай, Хабар 24.
Кызылординские автовладельцы, чьи машины пострадали во время январских событий, пока безуспешно пытаются возместить потери через страховые компании. Речь идет почти о 150 машинах. Случаи неординарные, говорят страховщики, и все зависит от условий договора, рассказывает Райхан Тажибаева. Это сгоревшее авто супруги Мизамбаевы приобрели всего 3 месяца назад. 2 миллиона тенге на долгожданную покупку взяли в кредит. Теперь за груду металлолома им придется еще 5 лет выплачивать ежемесячно по 45 тысяч тенге. Когда начались беспорядки, наша Нексия была припаркована возле торгового центра. Отогнать ее оттуда возможности не было. Царила паника. Вокруг стреляли. Разъяренная толпа иномарку разграбила и подожгла. Сейчас машины нет, а долги остались. В полиции говорят, что таких фактов немало. Каждый случай тщательно расследуется. По поводу повреждения частного автотранспорта в ходе беспорядков в полицию поступило 26 заявлений от граждан. По каждому из них заведено уголовное дело по статье 202 «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». В данный момент проводится досудебное расследование. Возместить потери никто не торопится, в том числе и страховщики. Последние утверждают, что обычная автостраховка компенсацию ущерба, полученного после стихийных беспорядков, не покрывает. Страховые возмещения в указанном случае оформляются в рамках страховых договоров, заключенных по добровольным видам страхования автомобиля, то есть КАСКО. Все зависит от условий такого договора. Если условия КАСКО предусматривают риски, произошедшие вследствие беспорядков, то страховая выплата будет оформлена. Однако обязательное страхование таких условий не содержит. Как быть, не знает никто. А пока людям просто остается надеяться, что этот вопрос не оставят без внимания. Райхан Ташибаева, Нуржан Музарабшин, Айтмухамед Байдулдаев, Кызылорда, Хабар 24. В Германии стремительно растет заражаемость коронавирусом. На прошлой неделе 4 дня подряд в стране регистрировали по 100 тысяч случаев в сутки. Однако, несмотря на высокое число больных, власти не будут ужесточать меры. Канцлер Олаф Шольц и главы федеральных земель провели совещание и решили не вводить новые ограничения, но и не отменять старые. Я напомню, в столице посещать рестораны, музеи, кинотеатры и фитнес-студии могут только привитые или переболевшие ковидом. Сегодня в ФРГ полностью вакцинировались более 70% граждан. Благодаря действующим мерам у нас не было таких высоких цифр, которые прогнозировали эксперты. Мы еще не знаем, как будет развиваться ситуация с болезнью. Будет ли она ухудшаться из-за омикрон-штамма, или же мы сможем преодолеть этот период. Мы будем следить за ситуацией и примем меры вовремя. Пока же мы намерены придерживаться прежнего курса. Параллельно мы будем агитировать граждан прививаться. Тем временем в Великобритании продолжают поэтапно снимать коронавирусные ограничения. Вслед за отменой масочного режима и ковид-паспортов власти Соединенного Королевства планируют ослабить и карантинный контроль на границе. Так, с 11 февраля непривитым больше не нужно будет уходить на самоизоляцию. Для въезда в страну достаточно отрицательного ПЦР-теста, который нужно сдать за 2 дня до поездки. Полностью привитые путешественники смогут въехать в Великобританию без ограничений. Благодаря решениям, принятым премьер-министром страны, нам удалось переломить ситуацию с вирусом. В Великобритании одни из самых свободных границ по всей Европе, в дополнение к наиболее открытой экономике и обществу. И мы приложим все усилия для того, чтобы 2022 стал годом, когда ограничения на поездки, локдауны и изоляция навсегда остались в прошлом. Мы вновь в эфире. В Германии стали известны подробности стрельбы в университете Гейдельберга на юго-западе страны. Полиция сообщила, что огонь открыл 18-летний студент биологического факультета. По предварительным данным, молодой человек закупал оружие за границей. При нем, как отметили в правоохранительных органах, было 2 длинноствольных ружья. Кроме того, незадолго до происшествия он написал о своих намерениях в одном из мессенджеров. Сейчас следователи изучают все передвижения и контакты стрелявшего за последние несколько дней. Немецкие СМИ отмечают, что, судя по всему, у стрелявшего не было ни религиозных, ни политических мотивов. Я напомню, от рук злоумышленника погибла 1 студентка. Еще 3 человека получили ранения. Стрелок покончил жизнь самоубийством.
Поскольку оружие было куплено за границей, необходимо провести детальное расследование этого обстоятельства. По имеющимся у меня сведениям, ни у злоумышленника, ни у его близких родственников не было разрешений на покупку. Насколько я понимаю, боеприпасы он приобрел незадолго до совершения преступления. И в связи с этим, конечно, нужно выяснить причастность и ответственность тех, кто занимался продажей. Тем временем Минобороны США готова отправить 8,5 тысяч солдат в Европу. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Пентагона. Военные, со слов Джона Кирби, приведены в состояние боевой готовности. И если ситуация того потребует, то согласно протоколам НАТО, они будут оперативно отправлены за океан. Кроме того, в Пентагоне добавили, что США пока не планируют отзывать своих военных советников и инструкторов, находящихся в Украине. Опять же, я хочу подчеркнуть, пока что было принято решение только привести силы в повышенную готовность. Решения по развертыванию отдельных миссий в настоящее время не принимались. Ситуация вокруг Украины накануне накалилась еще больше. НАТО объявило переброски войск, кораблей и авиации в Восточную Европу. Однако угрозы нападения России на Украину нет. Об этом в Брюсселе по окончании заседания Совета ЕС на уровне глав МИД заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он сообщил, что необходимость в принятии мер предосторожности для граждан стран ЕС на Украине отсутствует. К такому выводу министры иностранных дел стран Евросоюза пришли после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Как я сказал, у меня была возможность поговорить с госсекретарем США Энтони Блинкеном до и после переговоров с Россией. Поэтому для меня сегодня ничего нового не было. Определенно, не думаю, что есть что-то, что может усилить страх за немедленную атаку. После обмена информацией, после того, как мы послушали госсекретаря Блинкена, не думаю, что есть необходимость в принятии мер предосторожности. Также стало известно, что Евросоюз окажет Украине финансовую помощь в виде 1 миллиарда 200 миллионов евро. Сегодня я объявляю новый пакет помощи Украине в форме экстренных займов и грантов. Прежде всего, Еврокомиссия предлагает новый пакет макрофинансовой помощи, превышающий 1 миллиард евро. Он поможет Украине удовлетворить финансовые потребности из-за конфликта. Мы рассчитываем, что Совет ЕС и Европарламент как можно скорее утвердят этот пакет. Более того, скоро мы начнем работать над второй большой программой макрофинансовой помощи, чтобы поддержать усилия по модернизации страны. В столице нашей страны участились случаи возгорания автомобилей. За неполный месяц этого года в мегаполисе сгорело уже несколько машин, что чаще всего становится причиной автопожаров. И как избежать неприятных последствий, расскажет Алишер Накипов. Алдияр Кушанов за считанные минуты лишился автомобиля. Говорит, ехал по трассе и неожиданно из-под капота повалил дым. Затем вспыхнуло пламя. Мы остановились. И я с подручными средствами начал тушить автомобиль, но не получилось. И жена вызвала пожарных. Пожарные приехали и потушили. Автомобиль далее к эксплуатации уже был непригоден. В оперативной сводке таких случаев стало в два раза больше. Последний произошел в начале января, когда в здании автомойки в столице сгорели сразу 13 машин. Основная причина автопожаров, как правило, замыкание электропроводки. В основном это 80% из-за короткого замыкания электрических проводов. А остальные 20% их можно отнести, допустим, в зимнее время обогревания паяльной лампой, либо другие случаи пожаров. Сотрудники ДЧС на своем уровне как могут стараются объяснить водителям, на что следует обратить внимание. Практика показывает, что чрезвычайные ситуации возникают буквально на ровном месте. В автотранспортах курят, оставляют детей без присмотра. Много случаев было, когда дети игрались с прикуривателями. И не проходят технический осмотр в специализированных местах. То есть техосмотр производят люди, которые не обучены этим и сертификаты которых отсутствуют. Это и может привести к возгоранию автотранспорта. Если пожар все же случился, следует помнить, что современная отделка автомобилей состоит из хорошо горящих полимеров,
пластика и прочей синтетики. 4-6 минут достаточно для полного выгорания автомобиля. К тому же газы, выделяющиеся при горении этих материалов, высокотоксичные. Чтобы избежать отравления, следует незамедлительно выйти из машины. После важно закрыть все двери, а в случае возгорания под капотом закрыть его. Это позволит уменьшить поступление воздуха, тем самым локализировать пожар. Далее водителю необходимо отойти на безопасное расстояние и вызвать пожарных по телефону 101 и 112. Тушить пожар своими силами спасатели рекомендуют только с использованием огнетушителя. Снег без помощи погрузчика малоэффективен. Алишер Накипов, Жандос Султангазы, Хабар 24. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Вам хорошего дня. Берегите себя.